Ну давайте, знаете что, у нас-то, в общем, собственно, конец, но мы же люди гордые, мы никогда не напрашиваемся на бисы, просто делаем бисы и уходим. Вот сейчас Миша переодевается к бису, это будет и все-таки из гражданина поэта, мы, в общем, к нему неровно дышим, и стихотворение-то, в общем, ну номер действительно он такой достаточно крутой, он оказался действительно очень проницательный. Я вам сейчас покажу этот сюжет, на основании которого он был написан. Кстати, это из-за этого номера у нас произошел разрыв с телекомпанией «Дождь», когда они испугались его ставить в эфир, предварительно изуродовав. Ну и так далее. В общем, целое дело. Повод действительно ничтожный. Ну, давайте посмотрим, потому что Миша все равно переодеваться надо. Давайте мне шестой плюс вот этот вот ролик. Это 21 марта, когда впервые была публичная размолвка между в тандеме профессионалов. Это из-за Ливии, значит, из-за санкций ООН. И вот Медведев и Путин, они вот первый раз... Все, что происходит в Ливии, связано с абсолютно безобразным поведением, которое осуществлялось руководством Ливии и теми преступлениями, которые были совершены против собственного народа. Об этом не нужно забывать. И вообще это мне, знаете, напоминает средневековый призыв к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать. Поэтому если сегодня пытаться бить себя крыльями по корпусу и говорить, что, мол, мы, так сказать, не понимали, что делали, это было бы неправильно. Мы сознательно это сделали, и в этом были мои инструкции Министерства иностранных дел. Они были выполнены. Ну вот, понимаете, как бы последнее слово осталось за Медведевым, но между тем же политологи, там всякие эксперты, они вообще все дико оживились, там встрепенулись, говорят, что происходит в тандеме, какие-то были версии. А надо сказать, Быков взял себе в соавтор Евгений Александрович Евтушенко, очень спокойно. И даже непонятно было, насколько это оказалось правильно тогда-то. Объяснил. В тандеме вот что происходит. Евгений Александрович Евтушенко, пожалуйста, на сцену объяснить. Граждане, послушайте меня. Граждане, не хочу его слушать. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. И даже открывает рот, и говорит наоборот. А я катал его на лыжах, учил не отдавать курил. Он слов тогда не то что лишних, он вообще не говорил. Он под ногами не мешался, любил смиренное житье, как тени свойственно у Шварца. Всегда он место знал свое. Я главный пост доверил тени в веселом нашем шапито. Между нами явных расхождений не замечал почти никто. Допустим, я, руля державой, небрежно, левой рукой. Часы всегда ношу на правой, а он не помню на какой. Ну, в общем, мы ходили цугом, я был вполне доволен другом, пока в один прекрасный день он не решил, что он не тень. Еще зимой, не ради спору, имея юкос на уме, я внятно высказал, что вору сидеть положено в тюрьме, а он с хихиканьем подспудным сказал, что я давлю на суд, мол. И зарезвились в суете разнообразные, не те. Потом с усмешкой рисковой сказал я, пальцем погрозя, что, мол, на Ливию крестовый поход устраивать нельзя. И услыхал от друга Димы, твои слова недопустимы. Меня публично он уел. Ты что же, Дима? Ты не прав. Зачем тебе со мною ссора? Или ты наслушался инсора? Или ты забыл, освоив власть, кому на плечи руки класть? Ты мне невежливо ответил.
И, в общем, судя по губе, ты неосознанно наметил второе царствие, что ли, себе? Или соблазнил тебя Гонтмахер своей словесной пургой? Тебе послать его в рифму? Но ты не Быков, ты другой. Тебя прельстили вот эти цацки. Тебя прямо опутывает лесть. Но это так не по-пацански. Ты помни, Дима, кто ты есть. Какой резон в твоих демаршах? Запомни, Дмитрий, ты из младших. Ваш долг – доверие к отцам. Димон, ты чё не как пацан? А дальше вот что происходит. Ко мне в волнении приходят силовики, сырьевики и остальные земляки. Визжат, звонит за Альбаци, а я в ответ спокойно, братцы. Кому-кому, а нам известно, хоть 5 корон себе надень. Коль наш тень меняет место, то мы отбрасываем тень. И пусть порой он смотрит злобно и даже пыжится, как царь. Тень ляжет так, как мне удобно. И мы подружимся, как встарь. Михаил Ефремов! Дмитрий Быков! Дмитрий Быков! И Петр Петюля! Тихонов! Спасибо! Спасибо большое! Дмитрий Быков, Михаил Ефремов! Петр Тихонов, Андрей Васильев! Да. Ну чё? Господин хороший! Хороший господин-то! Да, я не вижу ваших рук! Давайте свет в зал-то уже! Спасибо! Спасибо! Церемония вручения премии... Корней Чуковский и Андрей Орлов-Орлуша. Муха-бизнесуха. Муха, муха, бизнесуха, позолоченное брюхо, муха связи нажила, инвестиции нашла, и в надежде на навар все вложила в самовар. Буду чаем напоить всех пытаться я, будет на весь мир презентация. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Повара стучат в кастрюле половники, будут сыты бизнесмены и чиновники. Всем налито по 3 чашки в ресторане у Аркашки. Для тусовщиков с Рублевки приготовлены парковки. Приезжайте, дорогие, паркуйтесь и гуляйте, выпивайте, тусуйтесь. Вот Ефремов весельчак, вот ведущая Собчак. Подходи, артисты, черти, вот вам гонорар в конверте. Только если сохранить их хотите вы, не дружите с оппозицией в Твиттере. На тусовку уже гости подваливают, Мухин чай в айфоны постят, нахваливают. Эй, жуки, чиновники, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Клопики из мэрии, кушайте опята, или вы не любите жирные откаты? Вдруг... какой-то мужичок, паучок, нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную судить, хочет бизнес погубить. Говорит, мне заплатили немного вы. И показывает кодекс налоговый. Говорит, откуда ваши инвестиции? Расскажите к налоговой полиции. Дорогие гости, помогите! Пауку скорее правду расскажите. И кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Но чиновники-жуки испугались, по антибам-куршавелям разбежались. Тараканы-воры спрятались в офшоры, бабочки-плутовки скрылись на Рублевке. Не желают воевать, показания давать. И никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница. А злодей, между прочим, не шутит.
муху жуткими уликами крутит, зубы острые в бизнес вонзает и взятками кровь выпивает. Говорит оно, давай отвечай, не Госдеп ли финансирует твой чай? Говорит, что на таких уголовников есть хорошая судья из хамовников. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Где убийца с наглой харей? Буду я его кошмарить. Подлетает к пауку, саблю вынимает, и ему на всем скаку весь бюджет срубает. Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь, душа девица, я хозяин инвестиций. Я советник президента. 95% государства отпиши, а потом уже пляши. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прилетела из налоговой пчела и решила все судебные дела. Музыканты прибежали в барабан и застучали бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром. Рядом с ними, видишь, вон, пляшет весело ОМОН на веселой тусе, в масках, как у пуси. Тарара, тарара, заплескала мошкара, олигархи топ-топ, депутаты хлоп-хлоп, веселится народ, бизнес правильно идет, нынче муха бизнесуха, государственница. Получила преференцию царственную, подписала государству государственную. У нее для всех, для нас будет чайный госзаказ. Вот-то чаю мы попьем, вот порадуемся, никаких тебе...